Добрый день! Добро пожаловать на наш канал. Я врач-стоматолог клиники Сатори Мельников Алексей Сергеевич. Часто встречаются обращения пациентов с жалобами на сильные мучительные зубные боли, которые усиливаются при употреблении холодной и горячей пищи. Возможно, обострение по ночам. Причина этого – воспалительный процесс в сосудисто-нервном пучке или пульпе зуба. Это заболевание называется пульпит. В подавляющем большинстве случаев оно необратимо. Иногда боль уменьшается или проходит, но это мнимое благополучие, поскольку процесс поразил ткани пульпы и вышел за пределы зуба в костную ткань. В запущенных случаях возможно развитие тяжелых воспалительных процессов с повышенной температурой тела и большими отеками челюстно-лицевой области. При этом присутствует серьезный риск здоровью и жизни человека. Нужно обратиться к врачу-стоматологу за помощью. Если возникла сильная зубная боль, усиливающаяся при попадании на зуб раздражителей, иногда накатывающие приступами, есть рекомендации, как облегчить состояние. При отсутствии гнойных выделений возможно периодическое полоскание теплой водой. Избегайте попадания пищи и любых нагрузок на больной зуб. Спать нужно на здоровой стороне, поскольку приток крови увеличивает боль. При сильных болевых ощущениях примите обезболивающие препараты. Лечение пульпита проходит в 3 посещения, во время которых происходит удаление пораженных тканей пульпы, полное очищение и пломбирование корневых каналов специальными препаратами, а также восстановление коронковой части зуба постоянной пломбой. Запускать это заболевание нельзя. Приходите к врачу-стоматологу, прекратив прием обезболивающих за несколько часов до этого. Заботьтесь о здоровье.